Меня радует вообще всегда такие вот представления. Такие я имею в виду, когда вот артист выходит на поединок, знаете, как выходят львы, как выходили львы раньше в Колизее. И бывало что-то такое, что вот среди этих вот поединков все-таки и выживали некоторые. Вот я думаю, что сегодня такой же поединок, мы хоть не в Колизее, хоть перед нами не львы и не гладиаторы, но я вижу просто сцену, как действительно это вот такой бой с незнакомой публикой. И задача артиста, конечно, завоевать. Полноправной хозяйкой сегодняшнего вечера и одновременно гостьей является замечательная женщина Ирина Туманова. Она и автор, и исполнитель, и художник.